А вот тут опять такой вопрос лечебный. Не знаете, что это заявление такое? Повышенная чувствительность кожи сейчас. Это по разным причинам может быть. Это надо конкретно разбираться. У меня одна другого на спине. Я поболела какой-то болезнь. Это мне на спине. Сейчас поставили. У меня какой-то нога. Не могу когда ты же можешь обратно в черном. Это вчера поел. Ну, Давид, как решил. Зачем ты залез туда? Ну-ка, улазь. Залазь туда. Туда. Подпустите. Так, давай, набивайте. Пускай. Поплотнее. А самый туда. Посмотрим. Давайте сами едем. Давай. Мы утешители души истины, и живи здесь, и все исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди вселися в мы. И очистимы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Батюшка здесь, нет? Посмотри его, помолись. Не надо, все. Отец наш Небесный, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибуди с нами и сохрани нас, чтобы разум наш не уклонился от Тебя. Мысли направь к горнему, к вечному, о чем мы слышали сегодня и в проповеди. Научи нас быть благодарными за все, что Ты даруешь нам. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пока рассаживайтесь, до обеда не прикасайтесь, потом будет. Так, быстренько проходите. Пачка, тебя жду, заходи. Так, поплотнее там, сядьте подальше, продвиньтесь туда. Так, все, полное молчание. Так, что нужно сказать? Надя. С милым Божьим. Своя программа уже пошла. Трапеза готова. Благодарю вас, во-первых, за ваши святые молитвы. Доехал благополучно. Аллилуйя. Поезд останавливается. Гудками приветствует нас при остановке, да. Аллилуйя. Все, проводники встречают, уже двери открывают. И не спрашивают ни документов, ничего не спрашивают. Да, только уже знают они. Потому что мы сейчас берем билеты по электронной почте, по интернету, то у них уже там зачем вы в коридоре достаете? Есть проходи, сколько места, копия. Они знают, что мы будем садиться. Значит, уже там будем садиться. И кто садится, он только приветствует, там, кто садится, а, Аким Тихонович, да, Аким Тихонович. Проходите, проходите. И больше ничего, да. Вот так вот дожили до какого мы, видите? Прямо не выходя из дома, покупаем билет. Да.
Ну вот так вот. Что еще вам сказать? Нельзя, я вставать буду сейчас. Слава Богу за его милости к нам. Вот. За любовь его к нам. Что прожили еще один год. Благополучно, плодотворно, скажем, во всех, и в духовном, во-первых. И так никто не имел нужды, с голода никто. Не помер, не опух никто. Да. Хоть и жалуемся, пенсия маленькая, но все живы, здоровы, все веселые. Да, даже песни поют еще. А раз, говорит, песни поют, то значит жизнь хороша. Как пишет там Шевкунов. Своей там это книга святые, не святые, святые. Но пришли, что вы, говорит, здесь держите рабов там, монахов, они там у вас там в монастыре. Она остановились, говорит, вы слышите что-нибудь, а там, которые были, слышим, что вы слышите? Ну, слышим, говорит, поют там. Ну, а раз поют, говорит, значит, все хорошо. Раз поют. Монахи там поют, значит, хорошо. Если плохо были, потом, говорит, они не пели. Слава Богу за все. За его милости к нам. Вот, пока Господь милует, время ныне благоприятное, ныне день спасения. Завтра, может быть, этого дня уже и не быть. Я вчера за вечернюю прочитал небольшое поучение святителя Иоанна Златоустова. Мне подарил один из племянников календарь на этот год. И на каждый день в этом календаре, где-то примерно так на полстраницы, краткое поучение из творения святителя Иоанна Златоуста. И вот о том, что если ты, говорит, думаешь, что ты что-то значишь в этой жизни, я там вот то-то достиг, я там вот-то, да я такой, знаешь, что... Остановись, говорит, вспомни слова, что ты есть прах и пепел, и должен туда и возвратиться, что жизнь наша, говорит, как цвет полевой, расцвел, засох, солнце пригрело и... Дунул ветер, и нет ничего, как вот одуванчик. Рассвел, вдруг пушок появился, ветерок дунул, и нет ничего, один стоит голый стебелек. Вот так, говорит, наша вся жизнь. Ты. И ты видишь другого, говорит, кто-то так превозносится и гордится. Ты скажи ему, что ты прах и пепел, не гордись. А я богатый, говорит другой, не гордись. Завтра может ничего не быть у тебя. И самого может не быть. И место твое, говорит, не узнает тебя. Ведь это на нашем уже, скажем, жизненном пути мы видим много, которые люди были такие, перед которыми, скажем, что мир трепетал. И вдруг нет, и как будто бы его и не было. И сегодня даже его и не вспоминают-то добрым словом его. А был какой-то там Ермил и Стратоник, мученики. Их-то и не знает никто. Но по сегодняшний день их церковь чествует, сегодня их память совершается. Они пострадали за Христа, за веру, герои веры. Конечно, они были незнатные, небогатые. Да и никто из апостолов не был знатным или богатым, все рыбаки. Но память их во веки веков и поныне совершается. Вот такое поучение он говорит, что это очень, говорит, смиряет нас. Думай, что ты прах и пепел. Вот. Слава Богу, что община наша жива, скажем, здорова. Есть некоторые члены больные, но это бывает всегда так. И в теле человеческом. Нет, чтобы человека, я совершенно здоров, у меня ничего не болит. Я не встречал такого человека еще. Чтобы совершенно ничего не болит. Какой-то член что-то болит, где-то обязательно. Или там кольнет, или там, или в ухо стрельнет, или в зуб кольнет, или что-то там, голова заболит. Обязательно что-то есть. Так и в жизни общей, надо тело. Поэтому не нужно страшиться, что есть и есть больные. Должны мы только что лечить. Во-первых, молитвой. Нести их на руках молитвы. Тех, которые покинули общину, ища более, скажем, счастливой жизни. Или больше где любви.
У нас есть такие приказы, которые ищут, чтобы где любви больше. Я, говорит, пойду туда, здесь любви меньше. Но прошло месяц-два, приходит обратно. Прости, батюшка, я ошиблась. И там нет, говорит, любви, какую я ищу. А Господь тебе не сказал, что ты ищи любви. А что сказал? Люби! Не ищи к себе любви, а ты отдавай свою любовь другим. И сколько отдашь, столько тебе возвратится назад. Пускай хлеб свой по водам. И в свое время получишь с избытком его. А мы порой не отдавая ничего, а желаем получить. Даже в мире всем. Если ты ничего не вложил, то и получать нечего. А если что-то вложил, то есть хоть какая-то надежда. Может, что-нибудь да и получишь. А если ничего не вложил, то и получать нечего. Так и в духовной жизни. Если я не вложил милостыни, не вложил добрых дел каких-то, любви никому не вложил, можно сказать, не ожидай в себе этого. Заповедь-то простая. Как спастись? Что делать? А не желай, говорит, другому, чего не желаешь себе. Вот и все. Просто. Не желай другому, чего себе не желаешь. То есть, хочешь, чтобы меня любили, отдавай больше своей любви другим. И тогда тебе возвернется эта любовь, и тебя будут любить тогда. Вот это всем я вам и желаю этого. И всегда за все быть благодарными Господу. Что бы ни было, какие бы искушения не постигали нас, знайте, что Бог нас злом не искушает. А если только попускает, и порой мы впадаем в такие какие-то искушения, это по собственному произволу попадаем в это. Господь-то все нам сделал, и ограду какую поставил, заповедями оградил нас, чтобы нас враг не похитил. Но мы часто перелезаем через эту ограду и идем. А потом, когда попадаем, ох, как же так? Да за что же, Господь? Сразу первое, за что? Вот. А не перелазь через эту ограду, через заповеди, и все будет хорошо. Огради себя заповедями Господними, и враг никогда не подступит к тебе. Всегда день начинай с молитвы, с крестного знамения, и этим заканчивай. Непрестанно молитесь, учит нас апостол. Непрестанно молитесь. Это не значит, что идти и всегда акафист считать где-то. На ходу акафист считать или в трамвае, или в автобусе. Нет. Ты сидишь или работаешь, что-то твори про себя. Молитву думай о духовном что-то. Молись. Самая, говорит, краткая молитва: Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это всегда можно творить в душе своей себя. Вот этого я всем вам и желаю. Храни вас всех, Господь. Аллилуйя. Так, сегодня у нас, меня, как намечено, день общины. В первое воскресенье после крещения Господня. Ну, крещение попало как раз на 19 на воскресенье. Мы посылали приглашение в епархию, сестры отнесли. Мы сказали, чтобы священников, ну, не больше 33 было, а студентов не больше 12, это семинаристов. Как, взахали все, да куда мы сажать будем? Батюшка, а чем кормить-то тут? У нас все это уже было свыше определено. Мы пытались сделать так, как говорили, что воскресенье, все на литургии, священники, ну, действительно, так. Надо на другой день недели. На другой день недели вообще никого нигде нету. И наших никого не будет. Я поговорил, 3 человека только могут прийти. То есть вообще ничего нету. Мы снова вернулись к тому, как у нас предписано, и там отметить этот день. Некоторые не знают даже слова «община». Когда разговариваешь с людьми, а что такое община? Вот церковь еще слышали, храм слышали. Я решил посмотреть по Слову Божию, как это выглядит. Если кто не знает, ну, для себя можете это пометить. Слово «общее» для всех, удивительное дело, появляется только при Иеремии, 48 глава, 38 стих. У людей понятие такое «общее» — это сейчас мы колхозом живем, деньги вместе,
Ну, кто-то работает, кто-то только сливки собирает, а и кому что достанется. Здесь не так. Слово Божие говорит, что общее имение придет только в Новом Завете, когда апостолы проповедовали о Христе, все продавали имение, к ногам апостолов слагали, все было общее, никто своим не называл. Но впервые появляется слово «общее» не об еде. У нас многих такое понятие. Общий коммунизм по способности от каждого и каждому по потребностям. Их способности надо всю жизнь развивать, а потребности с первого дня рождения. Он одну грудь пососет, да к другой просится. Коммунизм устроили. Так вот, Слово Божие говорит, что был общий плач. Понимаете, впервые появляется слово «общее», чтобы мы настроились на другое. Вот эта земля называется «юдоль плача и скорби». Как поэт Мицкевич говорит, она пропитана кровью от коры до центра. Это земля. Почему у нас на национальном нашем флаге вот есть первая красная черта – это все человечество, всюду и везде. Далее мы читаем во второй книге Маковейской, 10 глава, 8 стих. Общим постановлением решили праздновать какой-то праздник, кажется, совсем о другом. Но в этом и заключается. Они слезами выпросили победу и решили теперь отмечать. Удивительное дело. Сегодня говорят, какие скрепы есть у государства, у Путина. На чем-то же должно держаться. Первое, на что главный упор делает президент, это война. Успех был в войне. А что тут не потерпели поражение в Первой Чеченской, там проще, это уже за гранью. Только одно, живут старыми воспоминаниями. Это одна из скреп. Вторая скрепа у него, говорит, это Олимпийские игры, все, видите, как устроили здесь, по городам несут, там ничего и нету еще, ничего больше нету. И третье, это Русская Православная Церковь. Почему сегодня вот такое тревожное состояние, рейтинг ниже самого низкого когда-либо бывшего упал, и уже пророчат прямо. Если президент увидит, что эта скрепа мешает ему двигаться дальше, он в один миг ее сбросит. А она одна без государственной власти, это РПЦ, ничего не может делать. С властью они могут нажимать, давить, преследовать, поносить. Ну, как всегда было. Так это не думаешь, что это было при Сергии Радонежском. Это было от самого начала, от Константина Великого. Мы, когда думали, чтобы как-то исправить вот это положение, мы приходили в храм, мы все время посещали Покровский собор, тогда один был собор. И вот входя в храм, сразу торговля. Любой заходит, двери настежь открыты. Ну не может этого быть. В 5 главе Деяния апостолов говорится, из посторонних никто не смог пристать. Вот у нас люди пришедшие, это мама, это, видимо, меньшая дочка, да? Максим был. Клуденцов? Да. Вот это его папа вот пришел. Это люди не общины, они пришли здесь, может быть, первый раз даже. Вот. Сразу хочу сказать, кто у нас не члены общины тут пришедшие. Это вот, кто не знает, да чтобы все знали. Как говорят, личный фотограф был у императора, у нас личный фотограф. Александр Павлович Балабоев. Он начал фотографировать жизнь Потеряевки еще до основания Потеряевки, с 89-го года, кажется. Вот так. И сколько он выставок сделал, заповедник веры, и какие премии брал. Мы вчера стали рассматривать, кто прикасался к Потеряевке, к нашей общине. Я перечислю это дело. Это знаковое событие. Что все получали первые премии. А там смотреть, конечно, вот вся горстка-то, чего смотреть. Я когда перечислил, люди говорят, не может этого быть. Но это так. Знаковой фигурой в России является не цари, а Горбачев. И когда я был нынче на родине у него, там, привольном, и стал говорить, они все так остановились. Его портреты висят там в музее, везде, в библиотеке. Это знаковая фигура. А знаковость заключается в его имени и в его фамилии. Вот у нас в общине это вот знаковое, ну, провиденческое, как бы сказать, признаменование заранее, кем мы должны быть. Еще о премудрости Соломона говорится. Это 7 глава, 3 стих. Соломон говорит о себе, и я, говорит, обнаружил жизнь свою общим для всех плачем, как ребенок. Он же не так, только появился на свет, я царь и не буду плакать. Он как все так же зачат, говорит, от услаждения со сном, от семени мужа, и дальше сколько был,
и как родился. Это вот общее для нас всех, что нас объединяет. По Адаму мы все братья, мусульмане, буддисты. Но во Христе только те, которые уверовали от благовестия. Остальное только по названию. Я верующий, а ничего там нету. Я говорю, день общины, нам нужно пройтись. Как образовывалась наша община? Откуда это все пошло? Вот некоторые данные пока дам. 6 марта 1997 года было принято решение суда. Я 11 лет судился после освобождения из тюрьмы, из лагеря. Я сидел за распространение Слова Божия, материал «Архипелаг ГУЛАГ» и брал интервью репрессированных. Ну а потом уж и реабилитирован был. Сначала по указу Президиума Верховного Совета освобожденные политзаключенные. У нас 210 человек в стране было тогда. Вот. А 28.10.98, 28 уходит это октября, меня привезли сюда и показать. Рассчитываться было нечем. Я 11 лет вел суд, а общая стоимость была 11 миллиардов. Вы решили 1/200 часть, и у городской администрации нечем платить. КГБ оказалось в стороне. Ответчиками за конфискованную фонотеку у меня сделали железнодорожный район и городскую администрацию. А тогда был глава администрации железнодорожной Петров, он сейчас вице-мэр здесь, городской администрации, может быть даже на пенсии. И Баварин Владимир Николаевич. Это мэр, входивший в десятку лучших мэров России. И вот я им предложил-то рассчитаться нечем, нам нужна недвижимость. Мы не знали, где молиться. Я сначала скажу общины, где мы молились, чем это связано было. И меня сюда привезли 28 октября. Мы молились 147 Никитина на втором этаже, деревянное здание, наклонившееся так. Я, когда молились, я все выходил на улицу, упадет или не упадет эта избушка. Ну, она такая была. И вот когда меня привезли и показали вот сюда, я заглянул, закрыто все. Я говорю, я доволен. А говорю, а там что за здание? Так это тоже в это входит. Как? Два здания мне? Мне говорят, надо было маленько, ну, не соглашаться как-то. Чего ж так открыто-то? Они... Я не люблю ломаться. Мне нравится, когда призвали эту Ревекку, а ты пойдешь замуж? Пойду. Она мгновенно ответила, пойду в другую сторону. А сегодня вот надо, чтобы ее воровали. Да, да. По-другому все было. Я не знаю вот этого лукавства. И Господь так и сделал. Эти дома были оформлены. Вот несколько только маленьких данных. Значит, здесь меня уже привезли. Так, потом Баварин приехал 21.11.97. Опять же, Александр Павлович Волобуев заснял это, и большая статья в «Алтайской правде», в краевой. Лапкин предпочел храм недвижимости. Его фотографии, как мы стоим с Бавариным, вот здесь вот, там, мы даже целуемся. Вот. И он тогда, Баварин, напишет нам благодарность. А 27 октября дежурили первый раз здесь Дыбунов Игорь и Малютин Костя. А 14-12 в 97 году первая литургия здесь была. Это первая литургия. А от Баварина письмо, это благодарность если 27-11-97. То есть мы фактически в 97 году успели войти, вот оформились с 97 года. Ну теперь считай, сколько мы здесь. Вот. А по образованию общины, когда мы ходили в храм и видели, ничего нельзя сделать, торговля, шатание туда-сюда, ну ничего нельзя сделать. Единственное, что нужно было храм закрывать, начинать вести занятия и по одному человеку тогда запускать в храм. Чтобы было рождение свыше. Крещение ладошкой по голове, то есть вернуться к исполнению жизни церкви по канонам. А я уже ими занимался и нашел, что 719 правил, которые нашу жизнь регламентируют даже. Из них 413 ежедневно нарушаются. У иудеев, у евреев 613 заповедей, у нас больше по канонам, по церковным. И выполнить никак нельзя было. И Господь видел вот это наше внутреннее страдание. И Господь так вот сделал, что вдруг открылись приходы русской православной зарубежной церкви. Слово сказать, теперь под этим названием... В старом варианте. Только мы остались. Я считаю, заодно Потеряевская община. И вот 19 января 91 года мы впервые собрались. Нужно было написать заявление в отдел юстиции. Вот здесь начинается что-то необыкновенное. Ну, подать надо 10 человек. А у нас 10 человек-то нету, а только 8.
И кто из этих сохранился? Конева Валентина Павловна болеет. Кто подписывался? Здесь я не вижу, значит, Виктор Андреевич Яковлев и его сестра Надежда, я ее не вижу. Вот она тогда была Черепанова, кажется. Попова потом была. Вот Шубина Зоя, где она? Она была здесь. Ушла. Ну, это на нее похоже так. Она была и не была. Она проявляется, говорит, и укатилась опять. Так. Ну, вот из этих-то. Алла Петеримова. Где она? Сейчас придем. Ну, как так это можно? Старейшина туда. Общины, старейшина наша. Ну, вот. Ну, не считаю, я был, Надежда Васильевна. Кто было? И вот 7 апреля 91 года я получаю грамоту от митрополита Виталия на всестороннюю проповедь благословением в Российской Православной Церкви. Это все сегодня так и говорит. Мы не знали, где собираться, в каком месте молиться, это надо здание. И мы стали писать заявление, чтобы дали нам планетарий. Там была церковь когда-то. Планетарий. Но мы никого не могли найти, я ходил в архивный отдел, и везде никто не сказал, какая это была церковь, кому она принадлежала. Я попытался через священников, бесполезно. Но в дальнейшем вдруг открывается. А открывается следующее. Насколько это все это будет для нас, ну, интересно. Оказалось, что церковь, которая там была когда-то, Крестовоздвиженская называлась. А наша уже названа Крестовоздвиженской. Мы, не зная, за что бились, мы бились именно войти в свое. И оказывается, что там 28 мая 1908 года была зарегистрирована церковь. В 1908 году. 28 мая. А я 28 мая родился, по-старому тогда было, в 1908 году. Мой день рождения. Но это еще не все. Сегодня называют трафаретно. Миша, Ваня, Володя. Мэр города был Владимир Николаевич Баварин. Погиб на его место Владимир Николаевич Колганов. Начальник тюрьмы, где мы работаем, Владимир Николаевич, другой там Шаргунов, Шепелев. В город пришел у меня 5 начальников, первых лиц в Алтайском крае, все Владимир Николаевич. Я за всю жизнь рядом не был ни с одним, кого звать Игнатий. Мне в жизни не пришлось кому-то обратиться и сказать, Игнатий, я даже не знаю, как это сделать. Я могу назвать Сергея, Владимир, там, как угодно. Иосиф, Виссарион, там, что угодно. И вдруг оказывается, что у них был священник, у этой крестовоздвиженской общины Игнатий Тихонович. Но Игнатий не встретит, но чтобы Игнатий Тихонович, ну понимаете, это вероятность очень и очень малая, там триллионная какая-то. Я в жизни не встретил даже имя, не говоря по фамилии. Но это еще не все. Его фамилия была Чучалин, там у нас написано. Как она была, эта община при советской власти разгромлена, как ушла, как их давили. У нас вот этот путь идет, как будто мы этот крестный путь повторяем. Только мы, советская власть, нас уже не давила, ее не было, 91 год, а именно от патриархии московской. Они нас преследовали, давили, мешали регистрации. Но я это все знаю. А я 32 раза только был в отделе юстиции. И нас зарегистрировали официально, православная церковь. Тогда был митрополит Виталий, Лавр потом было. И теперь последнюю... Ну, нас тех догнали, раскулачили по замыслам Ульянова, Владимира В. У меня последнюю печать ставит Ульянов В. Работник городской, краевой юстиции. Ульянов В так и стоит везде. У того было Ульянов, и у меня Ульянов, и по имени, и по названию общины. Вот. Тут несколько еще таких моментов. Мы получаем регистрацию 11.08.95 за номером 23. Потом перерегистрация была. Когда регистрация была, у нас уже было 72 взрослых и 16 детей. Мы пишем сразу 16 правил, дисциплина церковная. Они так и увешаны. Что интересно, это 20 с лишним лет, и мы не можем ничего больше написать. Вот настолько там все взято, но расширение кое-что было. Почему? Потому что жизнь менялась, и определенные какие-то заповеди надо было расширять. Допустим, благовестие, мы знали одно, идти, говорить, свидетельствовать. У нас не было книг, не было тогда интернета. Вот в чем различие. Потому что это явление благовестия расширилось. Тогда мы,
когда регистрировали, в устав внесли 49 правил дополнительных. Там, Васю, толкни. Встань прямо. Постой под часами. Поднимись. Не скушайся. Умейте бороться. 49 правил. Посмотрите, маленькие правила. Вы пойдете в храмах, найдете, у многих ли найдете, чтобы лежала Библия на аналое в русском языке. И такая закованная, специальный спецзаказ был. Специально. Немного. А теперь между иконами везде, чтобы были надписи из Библии. В православных храмах найдите. Я говорю только о внешнем. Чтобы оглашенные всегда выходили. Чтобы наказание Петемии было по церковным правилам, канонам. Речь идет о годах отлучения за определенные грехи. Говорят, сегодня невыполнимо. Мы показали выполнимо. И еще. Подключите себя всех сектантов, всех католиков, по России, по всему миру. У кого было бы запрещено к себе звать. Люди умножаются за счет того, что зовут к себе. У нас это постоянно табу. Разрешение надо получить. А как же вы тогда будете, понятия не имею. Но мы сразу это поставили. Почему? Причина-то должна быть. То, что мы в глазах людей, может быть карикатура на христиан. Вот единственная причина. Звать надо ко Христу. Если уже человек уверовал и сильно будет проситься, мы идем к нему на дом, идем на работу, узнаем, разрешаем один раз прийти. А потом, видя, что он не обманщик, тогда мы разрешаем, и она может стать членом церкви. Только тогда членом нашей общины. Тепляков Сергей Александрович, он здесь председатель журналистов, писал, говорит, в общину Лапкина попасть нисколько не легче, чем в отряд космонавтов. А я скажу, намного труднее. Намного труднее. Потому что я вспоминаю, я маленько отклонюсь здесь, когда где готовят шахидов, там подрывают себя молодые, и спросили, а вот у вас могут израильтяне в вас внедриться, чтобы... И потом свой человек работал. Он говорит, это невозможно. Это нельзя. К Масхадову пытались внедрить, и одного только внедрили, а одного единственного, с большим трудом поваром, его все равно обнаружили, и он был казнен. Нельзя. Он говорит, почему? Молитва. Мы только ночью, каждую ночь три раза встаем на молитву. Не считая днем пять раз намаз. Вот с этим салатом проживешь? С нами человек, он должен стать как мы, он забудет про евреев или сойдет с ума. Мне очень сильно понравилось. Это писала «Щит и меч», милицейская газета. Или он будет такой же, как я, или он сойдет с ума. У нас не сойдет с ума, но сойдет с ума в смысле уйдет, его не будет. У нас было такое, что человек один близкий КГБ и все туда сообщалось. Мы это узнали, буквально через несколько времени его просто вычислили, но его не называли, я сказал, что такие данные, но мне краевая администрация помогла. Этот человек сразу ушел. У нас это было. Ничего не получится. Когда я был в Америке, в Сан-Франциско, то меня тамошний Антони, не лос-анджелесский, а этот Антони, они меня со священником, там перекрестов Петр, еще один, вызвали в другую комнату и говорят, вот у нас сейчас подает на прием в зарубежную церковь. Вы его не знаете. Я говорю, не знаю, батюшка, отец таким знает. А вот такого, такого знаю. А вот такого. То есть они принимают и боятся, принимать или не принимать. Мы не можем выработать, по какой детектору лжи-то у нас нету. Определять, он искренне или только ищет выгоды какой-то. А бывает такое, вот тут патриархия выкинула, совершенно даже патриархия негодный-то. А он туда сунулся. И вот напринимали туда таких, от которых плакали. Я говорю, я знаю, как это определить. Им давайте командировку на один месяц по Теряевку. Они до конца не доживут. Они или будут такие, как мы, или с ума сойдут. Они будут такие, или они уйдут. И у нас, вот не урядицы какие, у нас священник, и мы все время молимся, да, еще священника. И вдруг приезжает священник, многодетный, нормально, мне сильно он понравился, и видом не толстый, ну все подходит, и за русский язык. Но если бы это было так, что он приехал, как вот в патриархийный храм, и уехал, но это на глазах каждый день, и вдруг за ним стали замечать одно, второе, третье, мы старались в деревне ему помочь. Дали телок стельных, телки. Он ни слова не говоря, ночью порезал их на мясо. Вообще невиданная вещь. Садят картошку, до конца не выкапывают, а нам уже хватит, и картошка под зиму остается. А ребятишек, кажется, 8, что ли, уже там было, 7. И он уехал, он не смог быть там. Он выехал, а теперь вообще все с себя снял, вообще там чуть-чуть осталось, приезжал. Как мирской человек.
Это лицемерие не пройдет. Вот у нас это не проходит. Чем отличается наша община? У нас было два диакона. Один ушел в другую юрисдикцию, а другой никакой, он под епитимией находится. Под страшной епитимией. И все. У нас самое удачное — это чтецы. Епископ Евтихий Курочкин рукоположил 10 чтецов. Из них только один ушел в секту. Один. Был такой, Фурсов Саша. Хороший парень, юрист. Кажется, нашему брату Севастьяну хорошо знакомый, правильно? Да, хороший парень, хороший. Ну, он ушел, там девушка нашлась, и он был хороший, остался хороший, но только ушел. А остальные часы у нас здесь. Но дальше никакого продвижения нет. Патриархийные священники, когда мы были в епархии, сказали: ни один из наших вашу общину повести не сможет. Тут приехал у нас был священник из зарубежной церкви. И он говорит: я когда стал служить, я не могу понять, что со мной сделать. У меня руки трясутся и все. Он увидел, стоят как один. Одеты все по форме. Тут приехали священники. Было. И кажется, да, архиерей у нас был даже в Потеряевке-то. Уже служба начинается. А тишина. Он говорит: а что, никто разве не придет? Он говорит: как? Он выгнал полный храм. Ни одного звука, ни одного движения, по иконам не лазят. У нас свечки все догорают, гаснут, никто не ставит, только для этого представленные люди-то. Вот это мы все включили в устав и выполнено полностью. Вот 49 пунктов, они там, где наша община, посчитайте. Но потом стали возникать дополнения. И дополнение делал человек, который ушел, Саша этот, Слава Волков. Он наблюдательный был такой, у него военная дисциплина была, он из воинского авиационного училища-то. А в остальном-то у него продвижения не было, но он ухватил главное. Вот это у нас неправильно. И вот у нас введено, чтобы шуршащие целлофановые мешочки даже не заносили, не шуршали. И это выдвинуло дополнение, вот здесь у нас 10 правил в коридоре. К тем 16 мы добавили еще 10. Расширяя те правила, которые были. И вдруг появляется интернет. У нас начинается знакомство по интернету, и мы проводим специальное здесь совещание 13 июня 2010 года. И вот эти 5 правил, вот они на стенке. Почему? Потому что жизнь показала, что существует другое. Мы сказали: посторонних не заводить. Узнавай, чтобы не пострадать. Но интернета не было, мы не знали, что через интернет посторонние будут входить к людям. И вот, пожалуйста, мы сразу на это дело среагировали. Теперь, ну, принято общим собранием. Потому что сегодня мы отмечаем как день нашей общины. Поэтому я как раз про общину-то и хотел поговорить. Что нам здесь дано. Самое главное, что у нас было поставлено, по всем статьям выполнено. По всем пунктам. Относительно благовестия. Наша община благовестническая. Чтобы понять, что мы включаем в это другим свидетельствовать о Боге. Как? Ну, вот бывает, выходит на улицу или где-то. Мы это все делали. Ходили по домам. О, так вы еговисты, да, мы православные еговисты. Да, а вы воскресенье там, да, вы как субботники, да, мы православные субботники. Так у вас какое-то такое руководство, такая жесткая, да, мы православные католики. Еще какие вопросы? Что бы ты ни назвал, мы впереди поставим слово православное, мы доброе берем везде. Доброе. К нам на занятия, а мы вели занятия, я вел занятия в 5 институтах, университетах, не перечислишь, десятки школ, 5 отделов милиции, городской и краевой УВД, во всех воинских частях, на всех заводах, фабриках, даже не скажете. То есть очень широкий круг был, но я ходил один и все. Потом появились материалы, которые мы, ну я издавал их, помогали издавать их, и мы давали крещение, другое, приспособились газете «За науку», Алтайский государственный университет, они издают 999, а вкладыш, он у них не регулировался. Я заказывал 25 тысяч, я оплачивал, и у нас по сегодняшний день хватает. И приходили старообрядцы, они стали говорить: так это надо отдельная книга издать. Я говорю: как книгой? А зачем, когда есть? Ну, это ведь листик сворачивается, книга лучше. Я ничего не понимаю. Но я говорю: давайте. Они говорят: мы это можем издать, но только чтобы после Никоновой реформы там, которые люди были там, и Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, этих людей там не было. Я человек мирный, поверьте мне этому, пока на слово. Я согласился, давайте, чтобы Иоанна Кронштадтского там не было. И у них что не заладилось, по сегодняшний день не знаю. И они не отказывались, но тормозили, тормозили. А тут началась у меня книгоиздательская деятельность. Я провел в ней полных 8 лет. Провел за компьютером 30 тысяч часов с лишним.
Издано 38 книг вот лежат, это мои книги. Каждая книга 752 страницы. И мы тогда приняли решение эти книги дарить библиотеке. Мои книги, вон те красные, это Новый Завет. И Слово Божие Ньюс, подарены Путину, президенту Владимиру Владимировичу, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, патриарху Кириллу, одновременно 125 священникам подарили, когда они были тут на исповеди, архиереям, губернатору Алтайского края Карвину Александру Богдановичу. Мы посетили, заходя в каждый дом, 56 сел только вокруг Потеряевки, в расстоянии 150 километров. Заходя в каждый дом, приглашая в Дом культуры с разрешения администрации, и в каждую библиотеку дарили книги. Но получилось, мы выбрали вокруг, и я батюшке однажды сказал: батюшка, вот теперь надо поднять Потеряевку со всем нами, и куда-то бы дальше забросить, а потом бы вокруг мы начали тогда бы все это евангелизировать. И Господь нам дал эту возможность. Мы прошли до Дальнего Востока, Владивосток, Находка. Потом прошли до Москвы. И в прошлом году мы прошли 15 государств, начиная с Польши, Германии. 6 мусульманских республик на юге прошли. Всего мы прошли 440 городов и районных сел. В каждом селе, в библиотеку, даря наши книги. Потому что, вот заметьте, общины не будет, дома не будет, нас не будет. А остаются только одни книги наши. Везде книги недоступны. Вот, допустим, сейчас бы президент сказал: эти книги уберите из библиотеки Ленина. Он не сделает этого. Он законом ограничен тоже. А мог бы вас Путин закрыть? Выдумывать-то что-то можно, а так не может, потому что он призванный как гарант Конституции. Мы по Конституции все делаем-то. Хотя на первом месте у нас, конечно, Библия. 444 библиотеки от нас получили полный комплект по 38 книг. Только за 2 года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Маленькая вот такая община. 38 книг – это мои братья, мои сестры, мои дети, которые мы оставляем. Нынче у нас более масштабное, последнее длительное путешествие. Пройти через Румынию, Болгарию, войти в Грецию, переплыть там в Италию, попасть к Папе Римскому, Монако, пройти Францию, Испанию, Португалию. Развернуться в Англию, если только удастся пройти, Англия пока не решен вопрос. Это там Ирландия, Шотландия. И потом мы проходим через Данию на Скандинавский полуостров, вместе проходим, переплываем Финский залив, работаем по Прибалтике и уходим на север. Это у нас программа на этот год. Как она будет выполнена, все зависит от Бога. Вот маленький только пример. Вчера братья наши, вот Сергей Павлович Пупков, они заказывают вот эту нашу визитку, на которой написано наш сайт, наш форум. Раньше печатали, где мы ведем занятия в университетах, а сейчас у нас есть видеоканал в Ютубе. Видеоканал, он называется «Открытым оком», а внизу во свете Библии. У нас там наших роликов, наших, 1540. Наших. И вот последний ролик. Я просто остановлюсь на этом. Это дела нашей общины. И это я не один делаю. Чаплин. Всеволод, отец Всеволод. Приближенный патриарху по связи с общественностью. Он нападает на Андрея Кураева. И говорит 16,5 минут. Это мутный, ядовитый источник. И он его поносит, на чем свет стоит. Меня со всех сторон спрашивают: почему вы-то молчите? Дайте какой-то комментарий-то. И, наконец, мне в письменном виде пошли запросы, и я дал комментарий. Теперь этот ролик не 16 минут, а 2 часа 8 минут. Я вчера немножко объяснял. Я увеличил его в 7 раз. Я сказал так, на глазок я первый раз прослушал, его надо раз 40 подправлять-то. А когда начал готовиться, оказалось не 40 раз, а 102 раза. За 8 минут я 102 раза его тормознул и показал, где он говорит не по Библии, не по Слову Божию, где говорит сущую неправду. И этот ролик выставили. Но его пришлось на две разделили. Один, который я ужимаю, а другой запросила у меня администрация нашего Ютуба и выставить в чистом виде. Чистая тоже, не такая же аппаратура у нас. Вот в этой неделе было, уже 600 человек посетило. Но остался один нерешенный вопрос. Я сразу же с утра послал его отцу Андрею Кураеву. Он тот наш ролик, где я о нем говорю, сразу выставил. Степаненко, что я о нем говорил, гонимый в Томской епархии за слово «Б», выставил. А это не выставили.
запрашивает священник с Томской епархии его. Он молчит. Я тогда задаю вопрос, получил или не получил? Мне ответ поступил тогда. На 100% получил. Почему он его не выставил? Я задаю теперь вопрос в интернете. Отец Андрей получил. Его расположение ко мне не вызывает сомнений. Еще до этого гонения, в одном из выступлений, он задает вопрос аудитории. Вы знаете, кто самый знаменитый, выдающийся миссионер современности? И называет мое имя Лапкин Игнатий. Он здесь приезжал, брал книги мои здесь. Я себя таким не считаю, там, выдающимся. Я просто, говорит, на безрыбье, а рак рыба. А потом он выступает в эхо уже после этого, и опять его спрашивает, а есть ли современные герои веры? Он говорит, да, есть. Есть на Алтае. Лапкин Игнатий. Это уже на миллионную аудиторию. И вдруг он, мой труд, который я ему даю, за него там говорю, что он не прав, тот, кто говорит. Он его не выставляет. Это вам на неделю пока размышления всем. Мне поступает сейчас мнение людей, но когда я говорю, какие у меня предположения, у меня предположения, они как бы разбиваются на две части, но могут быть и в одном. Почему именно? Скажите, у кого есть какие мнения? Тут думать долго не надо. Почему Андрей Кураев не выставил тот ролик, который против него Чаплин говорит? А он очень распространен, этот ролик. И где я даю комментарии, все говорят, на нет сведено. И там Чаплина сейчас ругают и прочее. Но он не верующий совсем. Когда я дал разъяснение, что он говорит. А я видел, что на отца Чаплина нападают, Всеволода, всех призвал опять к молитве за Всеволода Чаплина. Мы все не лишние у Бога-то. Теперь за него молитесь. И вдруг выступает Душенов Константин Юрьевич, который сидел, которого мы помогали как могли. Наши люди там были. Мы его любим. Ему дали на поселение, а потом там и над ним какие-то издевательства были. И вдруг он выступает со страшной речью против Кураева. Просто страшная речь. И мне это подсунули, я прочитал, и действительно, даже никак не ожидал. Но я не тороплюсь с выводами. Он переориентировался полностью, как будто бы. И за Константина тоже надо молиться. То есть я нахожу те, которые... Люди-то хорошие. Вот этот Царионов, НТО, тоже с Андреем Кураем, они еще до этого сцепились. А его звать Дмитрий, я всех призываю за Дмитрия молиться. Хороший молодой человек, но его совершенно неправильно им пользуются. Его на всякие такие акции, на провокации везде посылают. Там вплоть до драки, майки срывают. Он активный, его надо ценить. Он не сонный. Я просто говорю, я человек мирный, но я только заговорю, а не к войне. А с Орионом сразу же выступил в интернете, да, или где-то там. Игнатий, это секта. А меня это, ты меня этим не пробьешь. Я о душе твоей должен заботиться. А что на меня ты лепишь секта, это никуда. Так, сейчас я закончу. Так, вот эти вот визитки. 8,5 на 4,5 сантиметра. Сергей Павлович заказали. Если я не ошибаюсь, 24 тысячи. 24 тысячи, правильно? Да, да, да. Дайте. Так, минутку. Вот это. 24 тысячи. Той рукой. Правильно я сказал? Да, 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 правильно. Да. Ну, они говорят, там дорого сколько-то. Бельга Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Это спектр типографии. Она все книги через нее проходили. Она эти книги мои перепровождала здесь, в Новосибирске, в Горно-Алтайск. Теперь мы здесь заменили наш видеоканал, все это сделали. И пока еще не издали, в понедельник будут отдавать-то. Еще поступил заказ другого города на 5000. Вот таких вот, ну на 2000. Это отец Павел, его сын Ваня, который приезжал, Ермоленко. То есть у нас работа идет сегодня много, уходит вот на это дело. Говорят, какие перспективы? Все зависит от Бога. Напрасно строят град и охраняют, если Господь не охранит. Псалмопевец Давид это знал. Напрасно бодрствует страж. Если Господь это дает, его надо по полной программе использовать. Мы этими годами, 20 лет, воспользовались как только могли. У нас шли занятия везде и всюду. Ходили мы по городу, по соседним селам, свидетельствовали. А какой результат? Ну, часть людей пришли, которые через это. Где бы не было какое-то собрание, нас приглашали тогда. Сейчас не знаю, новый здесь мэр, собраний давно не было. А тогда религиозных деятелей здесь собирали.
Так, на меня какие обвинения? Что я сотрудник КГБ. Я два раза по их ведомству был, меня по КГБ сажали, и вдруг сейчас его финансирует КГБ. Это тайный агент КГБ. Я тайный агент, так что осторожнее. Второе. Лапкина финансирует мусульмане. Совершенно невероятно. Почему? У меня хорошие отношения с мусульманами. Мы в доме муллы нынче ночевали, я там говорил проповедь и ходил там в мечеть. Ну, люди, ну, понятно, что трафаретно манкуртизированные. По-другому никак нельзя назвать. Нас снабжает Господь. У нас нет средств. Средства нужны большие. По общей стоимости нам проехать нынче, чтобы проехать, примерно 800 тысяч нужно. На каждый день за рубежом, на каждого человека 60 евро. Если бы я голубями хорошими занимался, я бы был богатый. Сейчас голубку продали одну за 1300 или за 3500 или что ли евро. Одну голубку. Я посчитал, это получится 1 200 000 рублями. А одна голубка. Ее несколько лет выводили, там и покупают люди. У меня нет дохода ни копейки. И вдруг, вот, ну, дня два назад звонит человек, называется, и я хочу помочь. Откуда? Там, с Челябинска. Ну, я говорю, а хоть книгами с вами рассчитать или как? А вы будете? Мы были, мои книги уже у вас находятся там. Ну, как задержать-то вас? Я говорю, меня можно задержать одним только, если вы соберете людей. Так и мы сделаем. Мы тут в клубе соберем. Ну, я говорю, как я? Ну, я говорю, трехзначная цифра, чтобы была. Это мы сделаем. Вчера уже придется в Челябинске тормознуть тогда. Вот, Греция готовится, сейчас готовится в Португалии, сказали во Франции, это где уже мы маленько, и в Италии. Ну, это пока так туманно, но вполне может быть. Не считая, что мы едем в это главные библиотеки стран, где наши будут книги. Так, ну вот то, что да брат хотел сказать. По общине. Ну я чего хотел сказать-то? Вы вопрос задали, я и говорю. Сюда, пожалуйста. Вопрос задали же, вы говорите, почему Андрей Кураев не отвечает? Да, да. Апостол Павел говорит в своих посланиях, что боюсь, чтобы вы не отклонились в простоте в учении Христовом. Так. Вот дело все в том, что он же был референтом там у патриарха. Да и у второго, наверное, тоже. Да и у митрополитов каких-нибудь. И он, когда вот это все им писал, а мы знаем, что все их послания, они отнюдь не безукоризненны в плане истинно православном и евангельском, тем так. Более. И он, ваши книги, вы говорите, он у вас был здесь и покупал. Когда это было? Это было уже лет 12 назад. То есть он, конечно, мудрый, там, разумный человек. Может быть, даже ему кто-то подсказывает, там, друзья хорошие. Ну, верные Христу. И может быть с сектантами он общается, они ему подсказали, что это же евангельские слова, которые здесь читаются в этой книге, в этих книгах. И наконец до него доходит. Через 12 лет он вдруг ни с того ни с сего заявление о том, что самый известнейший и самый великий проповедник сегодняшнего времени, он говорит, это Игнатий Лапкин. То есть до него дошло это постепенно вот так вот. Но то, что вы теперь отвечаете ему, это у вас между вами начинается уже общение. Он его перейти не может, у него нету той простоты. Может, у него рождения свыше нету. Но я так предполагаю вообще. Конечно, он там и очень известнейший этот диакон и так далее. И много говорил он. Но вот я могу так сказать, некоторые его выступления, он говорит, очень много говорит. Нужно говорить конкретно и по делу, как у вас это всегда. Он сейчас немножечко, наверное, у него тут в разуме и в своей душе, он на евангельские рельсы это поставит. Если он сможет это сделать, он обязательно это выставит и так, ответит. У кого какие еще мнения? Почему Андрей Кураев уже дня 4, как вышел у меня этот ответ, и он его не выставил? Это вопрос серьезный для меня. Его расположение, даже не выскажешь, насколько полное. С чем вызвано, что вот... Алексей. И даже знак не дают. К нему запросы делаю, и ответа вообще нету. Давай. Да нет, я просто по-другому. Попробуй. Я думаю, здесь он просто понимает опасность связи с вами, Игнатий Тихонович, для себя. Мне кажется, в чем опасность, когда сейчас готовится выставка, вышла одна молитва против Андрея Кураева, там Петерин выставил. Когда ему резко нужно все повернуть, все свои слова против московского патриарха. А ты слышал, что я там... Да. Вон как.
Ну, ты слышал? Ну, твое мнение о том, что я добавил, как, нормально? Да. Так, он боится. Второй говорит, он не рожден свыше, поэтому до конца он не может идти. Ему бояться что? Сейчас готовится уже снятие с него сана, говорит, и следующий шаг предадут анафеме. И он выступает атамут, и ядовитый источник, они вот долбят со всех сторон. Я эти все слова разбираю и показываю во свете Библии, в основании жития святых. Что святые отцы говорят, на основании канонов. Это что Чаплин-то говорит. Я показываю, Чаплин многократно виновнее, чем Андрей. Так, кто еще думает, почему он не выставил? Может, заболел. Мнение у кого? Есть какое-то? Нет. Ну, еще есть. Давай. Еще есть одно мнение. Вот. Ну, так, Нина, мне кажется, он погромче. Несколько изолирован. Я думаю, что он несколько может быть изолирован. Как чего? Нет. Как чего? Это? Это его живой журнал. Его почта. Я ему на почту послал. Ну, что? Модераторы это не могли сделать. Я-то даже в мыслях не допускаю, чтобы модераторы от меня, вот на моем форуме, форум Игнатия Лапкина, и работают модераторы, они скрыли. Наоборот, они, ну, нельзя открыто, они тогда в личку мне непрерывно забрасывают. Я вчера как раз разговаривал с теми, кто нашим сайтом, с администрацией нашего форума, и, ну, там кое-что утрясали. Потому что форум наш сейчас проверяет, я не знаю. Игорь, ты проверил, как с американской стороны? Это два, скорее всего, мертвых сайта уже. Я с ним связался, но и пока ответа не получил. Он стал доктором богословия, кто снабжал там. Вадим. Теперь открывает, который мы думали, плохо там с этой, с Киргизией, постарайся все-таки шевельнуть их. Я попутно хочу сказать, раньше мы раздавали вот такие вот, это наш сайт, я называю пальчиковые. Мы тысячи, если не десятки тысяч таких вот делали, вот он какой. А потом видите, как уже шикарно стали издавать, со снимком, с описанием, со всем. Благовестие у нас не на втором и не на третьем месте, на первом. Давай. Ну, я тогда хочу пояснить, я так понял, что никто не понял, что я сказал. Ладно, углубляемся, вот это то, что я сказал. У нас такой был здесь иеромонах Нафанаил. Да. И он очень тяжело, ну, как говорится, через прокрустово ложе, кто не понимает, в общем, много от себя отсекал, вошел в нашу общину сюда. Да. Он был чисто московский патриархийный, причем... монашествующий, да казачьи, знаете, такой евреев там гнать, все тут, черносотенец настоящий. Очень он такой был, боевой батька, и если бы это было белогвардейщина, он бы обязательно сам голову бы рубил краснопузом. Черная сотня, он был духовником Черной сотни здесь. Очень жесткий такой он был, вот когда мы с ним разговаривали, я просто ужасался, уж до чего там на меня посмотрят, говорят, ну ты будешь всем голову рубить. А у него это по-настоящему... было, когда мы с ним разговаривали. Хотя он такой смиренный, вроде монаш. Фотография, попомню. Здесь они жгли газеты, журналы. Но когда... Костры устраивали из клипа. Когда начинал разговаривать... Там у меня есть он. Когда он начинал разговаривать, просто кошмар. Я говорю, ты как можешь быть вообще христианином с такими мыслями? Убивать всех, рубить, кто не за нас, тот против нас. И вот последний там этап был, как раз тут начали такие фильмы хорошие выходить, Спилберг, такие, ну, великолепные прям про войну. И я задался целью ему показать, что такое есть война. И мы вот здесь, вот я принес сюда видик, и мы посмотрели «Спасение рядового Райна». Фильм такой прям показывает войну во всех красках. Ну и мы когда посмотрели, я говорю, вот, говорю, как хорошо все снято, видишь, как реалистично. Скажи, за кого были те, за кого эти? Кто выиграл вообще во всей этой бойне? Ну кто? Христос это заповедал. И начал, взял просто пятую главу Матфея и начал ему читать. О врагах, ненавидящих нас, обидящих нас. Ну и тут еще несколько моментов. Ну, короче, ударил его там, я разочек ударил. Я говорю, давайте меня... Ну, чтобы он понимал, что такое боль там. Это. Я говорю, больно же? Ну, больно. Я говорю, ну давайте, ты меня тоже ударь. Не, я тебя не могу ударить. Я говорю, ты понимаешь, что это такое, война? Ну и он, в общем, здесь покаялся во всем этом. Ну, я не знаю, это не только я, и Игнатий Тихонович с ним тоже работал. И потом, когда он тут уже у нас долго был, несколько лет, ну, лет пять, наверное, мы тут с ним пробежкой тут занимались немножко по утрам. Ну, и тут я его начал, ну, смотрю, подвижек-то нету у него. Нету, священник пропадает, я думал, у нас священником будет. Я его спрашиваю, скажи, ты, у тебя рождение свыше когда есть? Он, да, конечно, я рожден. Когда, говорю, у тебя рождение свыше произошло? Он мне говорит... Но это было в 92-м году где-то,
Я говорю, как ты мог родиться свыше, если ты за убийство был у людей-то? У тебя должно рождение свыше после этого произойти. Да нет, этого нет, ты что, я и всегда был верующим. И он так и не признал, этот человек, этот, ну, в общем, в этом, что он, у него есть рождение свыше. Он не родился свыше, он не смог себя перебороть. Вот как он застыл на том, что он в 19 лет, в монахи его постригли, в том он и остался. И у Андрея Кураева, смотря по его ответу по радио, я вот эти все нотки тоже в голосе улавливаю. Когда он начал говорить, он говорит, это смесь баптизма и старообрядчества. Я не понимаю, у него в голосе дрожь. Он понял, что со всем его багажом этих знаний научных, чего он только не знает, ему это вот 100 лет не надо. Это как нас учили в свое время научному коммунизму, а я сам буровик. Мне к ученым разговаривают с какими-то коммунистами под землей. Вы учите как следует меня, чтобы обурить умел землю эту. Так он и в школе занимался, атеисты выпускал. И потом в атеистическое марксизм-ленинизм, философский факультет. Поэтому я и говорю, простоты во Христе нету. И апостол Павел за это боится. И это вот на таких людях очень сильно отражается. Я думаю, что и здесь и не все просто с мучеником Даниилом Сысоевым. Потому что я его тоже читаю, у него тоже там понакручено. Дай Бог, как говорит, не дай Бог каждому. И так далее. Ну, то есть здесь признать. Вот Геннадий Фаст это пример, запомните. Прям сотенная аудитория, и мама моя задает вопрос, это я прямо скажу. И он говорит, вот так прям изменился весь сразу, когда она задала вопрос, кто рождение свыше. Он говорит, кто вашим духовным отцом является? Ну, она там не так спросила, она, кем для вас является вот Игнатий Лапкин? И он вышел, приготовился, подошел прям к аудитории, туда вплотную, взялся за крест. И сказал, говорит, он для меня духовный отец. И вот у него видно, что у него есть рождение. Его и гонят, и в то же время ничего не могут сделать. Да, там его сняли. Но однако все его труды говорят о том, что он православный. Но он не простой православный тоже. То есть надо идти до конца. Здесь ему надо решать. Здесь не просто решение, где он будет, в зарубежной церкви или в московской патриархии. Здесь решение того вообще, он верующий, рожден или свыше, или не рожден. Принимает он все это, о том, что вы говорите, а это только у рожденного свыше может быть, или не принимает? Он встал над этой дилеммой. Я не знаю, кто из вас задумывался хоть раз, вы что, не понимаете, что он сейчас в этих раздумьях весь? Да, вот и примет он или нет, я говорю, это все и зависит, будет он с нами или не будет. Я тогда откладывать не буду, да, давай, Игорь. Вот братья сказали, вот один брат сказал причину, что он боится, а второй брат сказал, что он не рожден свыше. По порядку, боится-то непонятно, чего боится. Да, боится, что вот чего-то он боится. Мое мнение такое, я скажу, не буду диагноз говорить его душе, но я вот по его выступлениям до еще его изгнания из духовной, Московской духовной академии, и потому что ему сейчас припоминают все его грехи предыдущие до изгнания, почему-то начали, тогда вроде бы все нормально, все спокойно на это реагировали, а сейчас начали все ему припоминать. Надо было от момента изгнания припоминать, а они все захватывают гораздо раньше. Я могу просто сказать, что Андрей Кураев, он каким был, таким он и остался внутренне. Вот не могу сказать, чего боится он или не рожден. Он просто как был вот, внутри Московской Патриархии с самим собой, таким он сейчас и остался. Просто, возможно, он не ожидал. Он всегда, такие выражения у него были экстравагантные там. Ты, да, он перед миссионерами будущим выступал. Ты найди себе матушку и от миссионерии его по самое не хочу. Я это слушал. Ну и, соответственно, это, конечно, жесткое заявление, но это не касалось ни патриарха, ни системы. Это просто было. И его воспринимали как какого-то такого экстравагантного, модного человека. Он и Гарри Поттера там разбирал у всех. И Московская патриархия его рассматривала не как такого нормального немного человека своего, а человека, который как бы идет вперед и вот... Ну, необычный, но нормально. Они к нему спокойно относились. Но когда он наступил на систему, на саму систему, вот тогда ему эта система уже простить не могла. И сейчас он не знает, что делать. Он не может вступить в ваш лагерь, потому что выставить ваш ролик и вашу аргументацию, это значит признать ваше адвокатство, вашу защиту. А это означает, что в лице всех своих бывших соратников по цеху, по его... Он должен стать вашим человеком, а он не хочет в их глазах быть и вашим человеком. С другой стороны, он уже и не их, и он сейчас завис между двумя мирами. Между тем миром, в котором он уже привык действовать, что хотел, то и делал. Он и говорил, и действовал, и все ему прощалось. Все грехи его прощались.
Но в то же время он и в этот мир той проповеди, которую вы предлагаете ему, он не готов прийти. Он всегда выступал за нестандарты. Вот вы нестандарт, Игнат Тихонович, он вас выдвигает. Он берет Гарри Поттер, что-то необычное. Он из-за Гарри Поттера там рок-опера какая-нибудь. Он и рок-оперу возьмет. Он вообще человек нестандарт. Но я бы не сказал, что он рожденный свыше. То есть он каким был, таким и остался. Но он не хочет вступать в ваш лагерь. Не хочет кидаться в ваш окоп. Вот. И не хочет, чтобы его даже враги нынешние считали его... Ну, идентифицировали с вами. Вот мое мнение. Игорь, минутка, не садись еще. Не просто мне, а что я говорю в ролике. Меня интересует именно выступление в ролике, а не то, что мой лагерь или где-то. Он же не от меня дистанцируется, а от того, что я там сказал. Что именно там то, что его заставило задержать, его положить на лучших времен, или с выгодой накопить материалы, когда на него шел, тогда этой Катюшей дальнобойной ударить. Вот. Ответ такой мой. Люди обычно воспринимают вначале все по внешнему, а потом только вникают в содержание. Первый ролик он выступил уже, где вы там его, скажем так, пытаетесь и, с одной стороны и вразумить, и успокоить. Это первый ролик. Он еще это сделал, но это сделал по инерции. Вроде бы его выгнали, и он куда деваться. И он сразу, вот Игнатий заступился за него, и утешил, и обличил. Он и выставил. Теперь он немножечко освоился, уже там... зуботычины получил и сам кое-кому там дал словами, мы это замечаем, как он там оправдывается и дерется. И тут второй ролик вроде бы в защиту его. Он подумал, нет, Игнатий мне не союзник, как бы тени друзья, и Игнатий мне не союзник, поэтому я не буду его брать в союзники. То есть, может быть, у него еще тайная надежда есть, что когда-то он возвратится, что скажет, это сейчас свора палает, да простят мне. А то, что там его анафема и прочее, он скажет, может быть, это все еще пройдет. Но если уж я сейчас точно в союзника возьму Игнатия, мне уже точно не простят никогда. Ни в 7 веке, ни в будущем. Его считают, что он специально засланный был туда от органов. И там эти годы-то все он там занимался тем, чем занимался. На него жалоб-то было много. Я ничего не поддерживаю. Я только говорю, что усилить молитву о нем. Внутри у меня, внутреннее мое... О нем. Это молитва, больше ничего нету. Я думаю, самое главное, на что обратил он там слова, и ему показали. Когда я говорю, что патриархия, она нелегитимная, сталинско-беревская организация. А он-то, я остаюсь с патриархом, я хотел бы, чтобы он оставался так дальше-то. Эти слова, они по-другому не могут понимать. Как я будто бы не признаю. Я признаю ее, что благодатное священство. Но надо народу сказать, кто образовался, в каких пробирках КГБ вас выпаривали. А вот это, вот этих-то слов он никогда не говорил, и пока, похоже, и не скажет. Мое отношение к нему не меняется. Алексей. Я просто закончу. Главная мысль-то. Однажды Игнат Тихонович сказал, разговаривал со священником, который был такой, знаете, грузный, толстый. И ему священник, так сказать, в упрек или, так сказать, в ответ говорит: Игнатий, ну ты меня к чему призываешь? Ты меня к подвигу подзираешь. А ты посмотри на меня, чем я надеюсь. Это митрополит Гедеон Докукин. Да. Так вот, представьте себе теперь человека в положении Кураева. Я вот нисколько не сомневаюсь по поводу рождения свыше, потому что я сколько смотрел его роликов, я считаю, что человек рожден свыше. Это я так, мое мнение, глядя на него по его речам, по его отношению и к главным центральным мыслям, то, что он говорит о православии. То есть для меня это человек рожденный свыше. Но то, что сейчас происходит, нужно понимать, что это непростое для него событие. Вы поймите, что очень тяжелое. Поэтому его призывают к подвигу, и у него выбор принципиальный. Где ему сейчас быть? Вы понимаете? Он делает этот выбор. Потому что ему уже четко определяться. Он уже, может быть, определился, но дальше шаги просто со страшной силой будут двигать. Выбор его определит всю оставшуюся его судьбу. Так, вот у кого что есть сказать по этой теме? Я считаю, об Андрее усилить молитву и о Всеволоде Чаплине тоже. О Всеволоде. Вы помните, когда Филиппиева стали гнать, мы сразу призвали на молитву, и все заглохло, как будто никогда и не было. Время пока разбрасывать камни идет. Так, я хотел сказать, вот Игорь напомнил об отце Панафанаиле. Угу. Он у нас был. Его срок не исполнился до 30 лет, чуть ли не 7 лет еще надо было. Ему сказали, а тогда вот он член общины подал заявление, мы сказали, ты 30 лет будет тебе, тогда ты станешь. Но когда дальше через него стало проявляться не то, мы сказали, ты никогда у нас священником не будешь, ты только уморить можешь.
уморить. Но он оказал мне такую помощь, я прошу всегда и всех за него молиться. Книги эти с такой скоростью за 8 лет, 38 томов, никогда бы мне не издать. У меня в жизни все столько необычно было. Мне нужен человек. Я компьютер первый раз вижу. И вдруг он появляется, никому не нужный, приводит его ко мне. Он поселяется со мной в одной комнате и на вторых нарах надо мной спит, как на кровати. И я от него это все поднабрался. Вот это какой шрифт взятый в Иорску, это я от него всего набрался. Поэтому я ему всегда буду благодарен. Но он дальше обнаружил себя, он специально засланный человек был. Он отрекся от всего. И безблагодатное крещение, безблагодатная патриархия, безблагодатная церковь зарубежная. То есть он остался Николаем Николаевичем. И он писал курсовую, я имел возможность изнутри наблюдать. И все это написал с камнем за пазухой, как совершенный безбожник. На какую литературу ссылался. Это в 19-м томе я его поместил там. На меня это никак не повлияло, кроме того, что он у меня и прописан был в это время еще, когда там вся эта катавасия была. Но он отсюда уехал или сбежал, это я не знаю. Для меня он остался тот же прежний монах. Но расхождение началось с 8-го тома, где я про монахов пишу. И он такое написал на меня гневное предисловие, я его поместил в книгу. Что он писал об этой курсовой, никто бы не знал, если бы я не поместил. А сейчас весь эфир против меня. Люди не могут понять, а зачем я против себя опубликовал? Значит, я в этом вижу что-то другое. Письмо Льва Лебедева. Ни один человек бы не знал его. А меня гвоздают теми материалами, которые берут из моих книг. Самое главное. Самое поганое обо мне свидетельство я выписал из моего дела, когда был реабилитирован. Мне все дела надо было выдавать по закону. Я сидел и выписывал. И поместил все в книгу. Не хорошее только, а все. Самое негодное. Самые грязные обо мне, которые давали на следствие люди, я их всех поместил на какой странице. Вот и все. Поэтому сегодня день нашей общины, мы это не случайно все припомнили. Кто с нами соприкасался, кто приходил, что имели общего, как эти люди уходили. Мы должны помнить о всех отошедших от нас. Они отошли от нас, это не означает, что они ушли от Бога. Но в большинстве случаев это именно так. Стали просто неверующие, бизнесменами, даже миллионерами. Как? Вы знаете, о ком я говорю? Муравлев Игорь. Каким он стал? Дети в Америке там учились. Вся семья, все неверующие. Но Бога признают. Последний раз я с ним встречался, он работал в этом... Вавилон называется. Зимин, кажется, фамилия его этого. Вот. И он меня, ну вы законник Игнатий. Я говорю, ловлю на слове. С сегодняшнего дня ты меня по-другому не называешь. Законник Игнатий. Значит, слово «законник» тебе претит, а напротив «законник» – «беззаконник». Отныне я тебя буду называть «беззаконник», Игорь. Это, естественно, вытекает из твоих слов. «Законник Зина, передайте привет Павел». А «беззаконникам» он не передает. «Законник» – это тебе враг, слово даже враг. А тут два варианта, только «законник» и «беззаконник». Я ему сразу же новое клеймо дал. Теперь для меня только «беззаконник», Игорь. Он закорежился, правда, но... Значит, у меня на пути встречались люди, которых нет, и я им всем и всегда благодарен. Некоторых даже не могу назвать, которые были. От кого происходило начало. Главное для нас это благовестие. И в этом благовестии вот это выходить с книгами «Слава Волков первый». Да. Его рукой написанные цифры так еще остались. Одновременно благодарность, что такие люди у нас были, хотя они потом ушли. Благодарность, что у нас такой порядок. У нас нету ни торговли, нуль. У нас нету хождения по храму с тарелкой, нуль. То есть все, что мы хотели. Чистые свечи восковые, огарков нету, догорает и гаснут. Все таинства требуют бесплатно. Для чужих этого ничего нет. К себе запрещено звать. То есть это уникальнейшие черты. И кроме того, где мы проповедуем, еще самое важное. Вот это 21 год община идет. Мы никого никогда к себе не звали. А всех вот в университете направляли в храмы Московской Патриархии. Всех до одного. 440 мест мы посетили городов сел. И всех направляли только в храмы Московской Патриархии. Вот это особенно шокирует тех, когда слышат, да за что же они там против вас воюют-то? Да это никто не знает. Но нет. Путь гонения, то, что у меня много врагов, это доказательство того, что мой путь угоден Богу.
Мир показывает, я не такой. Еретики, сектанты показывают, я не такой. Значит, зачем вы гнали, если я проповедую обрезание, Павел? Говорит, за что же гонят меня, братья? Вот это Галатам, это наш стих. Все. Во славу Божию. Вкушайте. Спаси Христос. Берите еще на столе. Вот эту скамейку надо вынести будет. Я на кухне. Братья, скамейку вынесите. Скамейку заплатите. Я на кухне не шла. Раздадите. Посидите со всеми. Посидите, посидите. Сидите со всеми.